Вот уже 10 лет областной конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее» дает возможность самым ярким спортивным и инициативным представителям 4 университетов региона проявить свои таланты на его различных этапах. Представить свою команду в визитной карточке, презентовать социальный проект, продемонстрировать теоретические знания и, безусловно, выяснить, кто самый быстрый, сильный и ловкий на прохождении самых сложных практических заданий. Сегодня у нас проходит юбилейный 10-й конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее». Ребята с удовольствием и с интересом принимают участие в данном мероприятии. Вот сегодня уже, когда проходил конкурс «Визитная карточка», сразу видно ребят, которые уже второй раз приезжали, а кто-то уже и в третий раз принимает участие. Проявить командный дух, ловкость и выносливость, а также почувствовать себя настоящими спасателями ребята могли на самых сложных этапах конкурса. Среди них тропа выживания, спасательная эстафета, ДТП, колодец и оказание первой помощи, где участникам не только важно было четко и слаженно выполнить задание, но и сделать это быстрее соперников. Больше всего мне нравится полоса препятствий. Это адреналин, поддержка товарищей своих, скорость. Там наша команда начинает более сплочаться и, ну, как бы подставляет друг другу плечо помощи. Соревнуешься, это интересно. Ты проверяешь свои опыты. Допустим, если каждый год участвуешь, ты должен показывать себя, то, что ты сам, ну, с каждым разом должен быть лучше и лучше. В упорной борьбе, где никто не хотел уступать, свое право называться лучшими все-таки удалось завоевать команде Брестского технического вуза. Вторыми стали студенты из Барановичей, а бронза досталась представителям Полесского университета. Теперь у победителей впереди еще одна, даже более сложная задача и важная миссия – достойно представить регион на республиканском этапе.